признать выборы состоявшимися и считать избранным секретарем Барнаульского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Франка Вячеслава Генриховича. Теперь уже официально. С декабря 2021 года Франк исполнял обязанности руководителя партийного отделения. Накануне на конференции его кандидатуру коллеги по партии поддержали практически единогласно. 181 голос из 197. Новый глава отделения озвучил дальнейший рабочий курс. Начать надо будет работу все-таки посмотреть на исполком, посмотреть, как он структурирован, посмотреть, как дальше структурирована партия, посмотреть на членов партии. Большая такая работа в части именно структурирования и организации взаимодействия и взаимоотношений, применив и некие другие инструменты. Ну, вы все знаете, это и ТОС, и Общественная палата, безусловно, существующий депутатский корпус. Также есть планы создать общественные приемные в районах города и обязать первичное отделение ежегодно отчитываться о выполненных задачах. Планами поделился и руководитель краевого отделения единороссов Александр Романенко. Он отметил, что прежде всего «Единая Россия» будет уделять внимание участию в муниципальных выборах 2022 года. Самая масштабная муниципальная кампания, крупнейшая в стране, более 6 тысяч мандатов надо будет нам заместить, самых разных, от сельских поселений, городских поселений до муниципальных районов, городских округов. Ну и наши города, Бийск, Рубцов, конечно же, Барнаул, также будут проводить выборы представительные органы. Новый состав городской думы, по словам Романенко, должен избавиться от политических склок и сконцентрироваться на работе над созданием комфорта для жизни барнаульцев. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.